хорошая игра, хорошее начало. Сразу забили быстрые голы, то, что нужно в плей-оффе. Потом играли по счету. Вопрос скажите. Насколько было тяжело выходить во втором периоде после травмы Кольдо, и потому что в регулярке вы играли меньше 5 минут в среднем? Ну, я всегда готов. Я уже сегодня мы обсуждали этот вопрос, потому что надо всегда быть готовым. Мало ли что может случиться, поэтому всегда наготове. Что тренеры говорили, довольны, недовольны вашей игрой? Ну, тренера во время игры подсказывали, да, просили играть по счету, также продолжать нагнетать по возможности, поэтому тренера подсказывали, выполнили их установку, вроде как довольны. Ну, после первого периода вели 5-0, потом за две шайбы одна, за два периода одна забитая шайба. Тренеры сказали сушить игру, экономить силы или что? Нет, никто не говорил сушить игру, просто играли по счету, сохраняли спокойствие, где-то от простоты сыграли, поэтому никакой установки сушить игру не было. Две победы подряд, 5-1, 4-1. Они как-то могут расслабить команду? Или в плей-офф нет разницы вообще? Нет, ни в коем случае, потому что в плей-офф каждая игра важна. Неважно, сколько ты выиграл, 1-0 или 5-0. Ты игра прошла, забыл, играем дальше. А разбирали Кошечкина как-то после первого матча? Потому что в первой игре не могли забить, а тут сразу залетает уже 6 в двух матчах. Ну, тренера по вратарям подсказали какие-то моменты игрокам, и все. Как-то в команде вот подбадривали друг друга, чтобы для Юхи сухарь сохранить? Не, ну, конечно, всегда хочется помочь вратарю сыграть на ноль. Сегодня, к сожалению, это не получилось. Мы извинились перед Юхой, но в следующих играх будем стараться помогать ему.